Специалисты предупреждают, риск заболеть лихорадкой Западного Нила существует в столичном регионе. Это острое инфекционное вирусное заболевание. Его переносчиками являются дикие птицы, комары и клещи. Летальность составляет от 3 до 5%. Специфической вакцины от лихорадки Западного Нила пока не разработали. К мерам профилактики относятся предупреждение укусов комаров и присасывание клещей, а также их раннее удаление.